Почему вообще Дроу Рейнджер считается хорошим керри? Кто мне объяснит? А у нас саппорт, рефлана.ру. Как бы луна на трипле это жестко, независимо от того, саппорта или керри, это не важно. Прокажи луна сильно на лайне, это пиздец. Да тут аура и Lucent Beam с кулдауном 6, творит чудеса. Не, луна, блин, луна была права. Это я тупица. Праздновать пора завязывать. Айда победителей чуньцинского мажора предсказывать! Заходи на сайт MoreMMR и продолжай бесконечную битву с нашим искусственным интеллектом за $1000 от нашего щедрого спонсора и чумовые девайсы от QCyber. Заходи на moremmr.com, выбирай матч и победителя, набирай больше всех очков и хватай свои призы. Твоя победа уже близко на сайте moremmr.com. Такс. Что тут у нас? Он думчик. Кудва. Я так смотрю, вот первый взгляд, 2-0. Это, конечно, не точно, но у Рэдиана что-то прям вообще пиздец. Посмотрел на пик Рэдиана, вот одного взгляда достаточно. Даже если не думать о лайнах. Даже если мы не будем думать о лайнах, мы просто посмотрим на героев. Типа, посмотрите сюда. Вот когда здесь начинается драка, когда тут челики врываются, это вообще пиздец. Это просто, ну, это вообще пиздец. Я смотрю на Radiant, я вижу, что, ну, Дайр раздавит. А теперь вспоминаем про лайны. Свен крайне сильный герой на лайне, которого тяжело загнобить. Луна крайне сильный герой на любом там дабл-трипл лайне. ОД сильный мидер. Ну, как сильный мидер? Раньше был посильнее, а сейчас его сделали конченным каким-то героем вообще, ну, ему там странно его переделали. Вот последние многие изменения доты за последний год меня прям пиздец смущали. Такое ощущение, что балансеры доты руководствуются, знаешь, чем? Они руководствуются не то чтобы балансом прям, они руководствуются в первую очередь чем-то таким вот, лишь бы как-то сделать то, чего еще не было. То есть лишь бы сделать нечто такое, чего еще не было. Что-то прям вот изменить, лишь бы изменить. И лишь бы изменить для разнообразия, вот. Вот чем они руководствуются, чтобы разнообразить. Это у них приоритет, такое ощущение. Так-то задуматься, да, уже меняли несколько раз, прям серьезно. Фантомка против Свена. Свен, так понимаю, саппорт же. Как она их будет убивать? Вы понимаете, что фантомка в этой игре только в БКБ что делает? Что вот супер ошибка? Какой нахуй Дроу Рейнджер, блять, что? Дроу Рейнджер, что, блять? Что? Почему это тогда уже Свена кором не сделать и пикнуть саппорта туда? Зачем пикать Дроу Рейнджер и делать Свена саппортом? Почему, блять? Как же тупо! Пикать Дроу Рейнджер только ради двух героев? Чего? Даже по факту, ради только ОД. Вы понимаете, что импакт с ауры Дроу Рейнджер будет только дестройеру на мидосе? И все. Луне даже эта аура не нужна. Зачем было брать Дроу Рейнджерку здесь? Почему? Почему и за что? Я вообще ненавижу героя этого. Всю жизнь его ненавидел. Такой мусорный герой, блядь. Его столько раз уже переделывали, столько раз. Кстати, очередная переделка этого героя, это пиздец. Шанс на пробитие брони, да? Не, вот какого хуя? Если сейчас будет дровка физи и на ней будут качаться, у меня жопа сгорит. Это было настолько легчайшее 2-0, настолько легкие 2-0, если не пикать дровку, а взять просто скаймага или дисраптора. Не знаю, кто там был в бане. Но просто сюда скаймага или дисраптор и Свена поставить на изилайн. Почему дровка на изилайн? Какого хуя? Типа, почему, блядь? Почему? Не понял, подождите, луна это даже... Бля, луна это саппорт. Или что это такое? За что? Почему вообще Дроу Рейнджер считается хорошим керри? Кто мне объяснит? Почему Дроу Рейнджер делает мейн керри против Марты? Блять! И когда там фиг или он есть? Все равно у Радиант, ну, играбельный пик. Более чем хороший против того, что есть у Дайр. Ну, блять, как же это тупо? Сама суть, отношение такое к доте. Как можно было к этому прийти? Это же тупо, это идиотизм, это не может быть правильно. Это не может быть правильно, даже учитывая, что я не играю. То есть можно сказать, что я нихуя не понимаю, потому что я вообще не играю. Но это в любом случае не может быть правильно. Тебе достаточно посмотреть скиллы героев, почитать просто, ну, что герои там, ну, как бы их статы, их скиллы. Кентавр, пассивка на 2, молодец. Все правильно, в принципе. Бля, луна саппорт, рефлана ру. Вы понимаете, что если вот с такой логикой играть в доту, с такой логикой, тебе ничего не мешает сделать дропку саппортом с ледяными стрелами. А луна типа кэрри. Ну типа какая разница нахуй? В чем вообще разница? Такой идиотизм. Если вы уже играете с такой логикой, то можно что угодно делать. Кошмар! Ну красиво чё. Как бы луна на трипле это жестко, независимо от того, саппорта или кэрри, это не важно. Луна на трипле это всегда было жестко, потому что аура. Теперь когда еще переделали эту ауру, теперь она статы дает. Теперь это в принципе даже жестче в начале игры. Ебать, красивый стан. Подставились на дауничах. Не, ну аура луны слишком решает. Как бы... Трипла с луной это жестко.
Ее победить очень сложно. Тут у меня вопросы к тому, что будет дальше по игре. Смогут ли они достаточно загнобить начало, чтобы, ну, эта мусорная дровка потом не отъезжала? То, что они лайн выиграют, у меня и так не было сомнений. Как бы, ну, у всех стики есть против Морты. Все четко. Пока что камбэков не намечаются. Ну, по идее, после шарика должен сейвить Свен. Стик, стан. Ну, хуёвый стан одного героя. Ай. Ай, вырубай. Как только луна ушла, сразу убили. Так всегда бывает. У тебя уходит союзник. Типа, трипла на триплу стоит, союзник ушел, и ты решил подставиться. А нахуя? Ты же знаешь, что союзник ушел. Лол. Красиво. Бля, какая же луна сильная на лайне, это пиздец. Какая же она сильная. Да тут аура и Lucent Beam с кулдауном 6. Творит чудеса. Стоп, что? Дум убил кентавра? ВТФ. Он его убил без дума, от чего? Что за хуйня вообще? Какая-то супер ошибка. Не, то, что кентавр проигрывает лайн. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, все, ой, блядь. А тоже на дум. Хотя он еще не умирает, кстати. Надо было убегать. Ай! Ай, вырубай! Подсейвил ауру, в скобочках нет, она ничего не делает. Бля, спорталиваться отсюда, чтобы подсейвить, в скобочках нет, там не было сейва, очевидно. Потому что аура не дефает от Magic Damage. И в итоге здесь еще убиваю дровку. Что за хуйня вообще? Зачем было этот портал делать? Да, блядь, за что? Пиздец. Это... Гать, как проебать игру очень быстро. А все было хорошо. Все было хорошо, на самом деле. Блядь. Бать. Ясно. Если ОД еще умирает. Бласт не достал. Я думаю. Найс, дроука. Найс. Мейн керри, блять! Мейн керри! Рафлана ру. Гайд, как проебать за одну минуту игру. А как камбэкать теперь? Вот они смогли камбэкнуть. Потому что у них было чем. Как вы будете камбэкать? Что это такое? Кинь бим перед смертью, алло. Кинь бим, кинь бим, кинь бим, кинь бим, кинь бим, кинь бим. Ну, блядь, ну... Хотя он выживает, но он прав. Это я даун. Окей. Не, луна, блин, луна была права, это я... Это вот я... так-то лучше. Это я тупица. Почему хейтишь ульту дровки? Потому что говно полное, блин. В смысле, почему хейтишь? Потому что она не сбалансированная. Ты понимаешь, сколько нужно времени играть, чтобы эта ульта стала лучше предыдущей, то, что было раньше. Та, которая на агилити. Просто задумайся, сколько нужно в среднем играть игру, не знаю, минут, да, вот, сколько в среднем минут нужно наиграть, чтобы ульта стала полезнее старой, которая давала агилити. Ну и ОФК нельзя не проорать с того, что добавили этот шанс на ваншот крипа. Они постоянно возвращают в доту то, что было лет 10 назад. Я не удивлюсь, я вот реально не удивлюсь. Всем остальным героям старым начнут возвращать старые скиллы. Десятилетней давности. Как Войду вернули этот бэктрек на 25 уровне. То есть у Войда даже бэктрек есть в талантах. Дровки вернули шанс на ваншот крипа. То, что было там годами, ну, в первой доте. Все это возвращается, типа, ну, блядь, переделали героя. Вернули старые скиллы. Посмотри на нее дэмэдж средний. У нее, она героя 4 уровня бьет. Даже если бы прокнул, вот там минус армора, если прокнул бы... Anyway, средний ДПС намного ниже. Не, просто я хуй знаю, как можно с интересом играть на такой хуйне, как дровка в 2019-м. Когда игры стали намного быстрее. Я бы еще мог понять так на самом деле вот эту вот хуйню 10 лет назад в первой доте. Типа пробитие брони 40%. Когда игры там шли по минут 50-60 часто. В любом случае это не меняет сути героя. То есть независимо от того, что ей добавили, она все так же легко умирает. Бим! Владимир. За что? Ясно. У Дума даггер уже.
Спасибо кентавру за игру. Ну все, с даггером будет ОД ебать по КД. Как теперь выигрывать Radiant? Я не понимаю. Блять, почему Владимир? Ну, блять, ну за что? О, великие силы, если ты хочешь быть саппортом на Луне, собери арканы плюс меку. Почему Владимир? Почему? Почему все перестали собирать меку? Она настолько useless или что считается? Ну, арканы плюс мека вообще намного логичнее, если ты хочешь поиграть саппорт Луной. Ну окей, чтобы Рошана забрать, хорошо. Ульта. Окей, у нас сделал импакт. Бля, тут Doom будет охуя делать. Он уже пиздец жесткий. Пиздец, Doom душит. Ебаный кентавр, лайм проебал. Найс, 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 найс. Еле-еле. Я уже приготовился рафлан орать, что она не убьет. Я уже приготовился рофлить. Ура, убили Дума, найс. Внезапно Радиант выигрывают. Внезапно преимущество. Плюс Аегис. Вся моя критика в никуда ушла. Надежда на Дума. Так-то по нетворсам. По нетворсам я так смотрю. У Марты все не очень хорошо. Это жесть. Не, ну я-то еще говорю в начале игры, то как Марта будет играть против этих героев, непонятно. Но все же, я не думал, что настолько плохо. Это что было? Это что было? Подождите, почему драка 2 на 5? А, все, конец игры? Все, типа, закончилось? Где Нетворс Марты? Что это? Кто-то пишет это 2-0, спасибо. Бля, Марта в такой мусорке. Я всю игру не смотрел на Нетворса, я не видел Нетворса Марты. Это, конечно, жесть. Как получилось? Они вроде камбэкали на нижнем лане, почему у Марты ничего не было? У нее 1-4, она типа фраги не получала. Ну да, это жестко. Аганим? Логично, в принципе. Вот Аганим это логично. Полностью весь ульт зашел в героев. Бедная Марта, это пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Как игра моментально стала 2-0, блять. Моментально. Казалось бы, Дайер камбэкает внизу, но потом игра стала 2-0 моментально. Луна взяла Владимира, они пошли забрали Рошана, и игра закончилась после этого. Чё за хуйня вообще? Не, кстати, вот серьезно, мне больше нельзя комментировать доту, вы же видите, я уже далеко не могу быть тем комментатором, что раньше. Потому что я вообще не играю, даже не помню, как Дайер проиграли моментально игру. Они проиграли моментально. Казалось бы, они камбэкнули внизу, все начинает налаживаться, но я не смотрел на Творс Марты. Потом Луна взяла Владимир, Радиант забрали Рошана, выиграли один тимфайт, и они потом закончили игру. Что за хуйня? Настолько быстро, буквально 2-3 минуты, и все. Это при том, что топ был полностью проебан, и там Doom просто 4-0 выходил с топа. Как это вообще возможно? Да при том, что Кентавр полностью въебал топ. Хватило того, что выиграли внизу триплой. То, что с Луной разъебали. Да и то были супер ошибки. Вы прикиньте, они настолько сильно разъебали эту игру, настолько сильно, даже при супер-мега ошибках. Во-первых, Кентавр полностью въебал линию, вообще полностью обосрался. Потом Свен сделал супер-мега критическую ошибку.